Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Челябинске построили новую набережную на реке Миас. В прошлую субботу в Челябинске губернатор региона Алексей Текслер официально открыл новую набережную на реке Миас. Новая набережная растянулась от местной филармонии до сквера искусств. Она представляет собой комфортную прогулочную зону отдыха для горожан со сквером. На всем протяжении набережной установлено множество качелей и спортивных объектов для детей, а также удобных лавочек для людей более старшего возраста. Строительство набережной обошлось региональному бюджету примерно в 1 миллиард рублей. Строительные работы на объекте велись в течение 2 лет. Первоначально инвестиционный проект должна была реализовывать компания «Урал Сервис Групп». Однако в связи с неоднократным нарушением ею сроков сдачи промежуточных этапов работ, контракт по требованию прокуратуры был расторгнут в судебном порядке. После этого последующие работы по строительству набережной были выполнены компанией «Строймеханизация». По словам губернатора региона, на этом работы по благоустройству набережной не заканчиваются. Региональные власти планируют продлить ее в обе стороны на несколько сотен метров. Строительные работы по расширению набережной планируется продолжить в следующем году. Помимо строительства самой набережной, планируется также построить и новый общественно-культурный центр для проведения культурно-массовых мероприятий. Стоит отметить, что первоначально в Челябинске планировалось реализовать более масштабный проект, который должен был стать частью большого пешеходного пространства с новым конгресс-холлом, имеющим высоту 170 метров, и мостом через реку Миас на противоположный берег. Объект планировалось сдать с прицелом принятия городом крупных международных саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск готовился к их проведению в течение нескольких лет. Однако в прошлом году государство приняло решение о переносе места проведения международных форумов из Челябинска в Санкт-Петербург. В результате строительство конгресс-холла в Челябинске, которое оценивалось в 20 миллиардов рублей, было заморожено на неопределенный срок. Город сейчас ищет частных инвесторов, готовых реализовать проект за счет собственных средств. Тем не менее, на реализацию других важных для города объектов, включая новый аэровокзальный комплекс, федеральный центр выделил Челябинску 8 миллиардов рублей, которые планируется вложить в обновление гостиничного фонда города и развитие дорожной инфраструктуры.